Значит, всем привет. Все-таки сбылась мечта наша. Мы вскрыли фильтр. Была у нас машина Ford Mondeo. 3.2.0 TDCi. 115 лошадиных сил. И проверили, сделали диагностику, проверили топливную аппаратуру. Насос оказался подубитенький и гнал стружку. Нашли мы ее в этом фильтре. Слили содержимое фильтра. Взяли магнит, и оказалась там стружка. Вот. Что самое важное? Во-первых, этот фильтр, он безыменный. На нем нету ни одной фирмы, которая бы говорила, что он чей-то. Это раз. Какого-то бренда. Это просто жестянка. И вот эти вот три выхода, две десятки, одна восьмерка, они были просто соединены в общую колбу, можно сказать. Единственное, что было не в общей колбе, это вот эта вот бумажка. Такая вот картон такой. Он выходил, он стоял вот так вот. Фильтр вот так вот он стоял. Вот. А этот рулон, как бы он был хорошо запечатан, он не болтался, конечно, там. Но он вот в таком вот состоянии. Это желтое было сверху, вот так вот стояло в фильтре. Вот так там. И наматано, короче, вот это вот вся вот этот рулончик был. Как видим, фильтр не менялся большое количество времени. Плюс форсунки, они у нас были не герметичные, гнало масло. То есть в топливоаппаратуре было черное масло, отработка, попадала она по резьбе снизу из-за износа гайки, форсунки. И в итоге вот такая вот история. Всем просьба, даже заклинание, можно сказать, такое, настоятельная просьба, ставить только оригинальные фильтры на систему Common Rail Delphi. Это Delphi фильтр, Пурфлюксы, все фильтра, которые двухмикронные. Это фильтр не двухмикронный, это обычная, как бы, обычная бумаженция, короче говоря. Двухмикронные фильтры, здесь есть клапан вот этот перепускной, вот этот вот, который идет на обратку, там должен быть клапан. Тут просто дырка насквозь. Мы видим, что там просто, вон, видите, там ничего нет. Тут должен стоять клапан, а здесь такая пластиковая. Ну, мы разберем еще оригинальный для сравнения, кинем этот канал, чтобы мы видели разницу. Это дешевка. Этот фильтр, он стоит там в районе 200 гривен, 5 долларов. Эти фильтры запрещено ставить, потому что вы вкладываете 25 долларов. А попадаете на все 500 на топливную аппаратуру, на ремонт. Вот. Компоновка дешевая, сразу видно по нему. Здесь, во-первых, была почему-то кривая обратка, вот такая, видите, вот она. Кто-то ее увидел, такая была с завода. Вот что бывает, когда нерадивые хозяева используют дешевые такие консервные банки. Итак. Ставьте оригинальные фильтра, не ставьте дешевку, барахло. Ищите в интернете, на просторах интернета. Не на правах рекламы, можете заказать у нас фильтры оригинальные с гарантией качества. Ну и также отремонтировать свои форсунки системы Delphi. Всем удачи, благословений, с Богом. Пока-пока. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока.